Сегодня у нас будет Dance Competition 2015. Это офигенно. А выступать у нас будут... Что? Это танцевальная битва 2015 года, главное танцевальное соревнование для плюшек в России. Вот так. Круто я придумал, да? Вот так оно и есть. Сегодня у нас жюри. И в жюри у нас следующие великолепные, потрясающие люди, наши гости из стран ближнего и дальнего зарубежья. И как принято у нас сегодня, на, так как это конференция связана с СССР, товарищ Белочка. Товарищ Бзур. Как зовут великолепную мадам-переводчика, я не знаю. Айвин Декстер, я прошу прощения, я ее не узнал, вы скажете, будешь богатым, ну, слава богу. И Фокс Саму. Оценивать будем по следующим критериям. Всего каждой плюшке будет выставляться по 3 оценки. За что? Первая оценка – это то, как плюшка себя ведет вот в сьюте, да? Как она себя преподносит, как она выходит, насколько она живая, насколько интересная. Вторая оценка – это техника танца. Третья оценка – судьи будут смотреть на вас. Насколько вы будете реагировать на плюшку, на реакцию зала. Так что после каждого танца мы будем смотреть баллы. И прошу, поддерживайте плюшек аплодисментами как можно громче, чтобы у них у всех были 5 баллов. А в финал завтрашний, который будет здесь во время дискотеки, выйдут всего лишь 3 плюшки. А сейчас мы потихонечку начинаем. И перед началом небольшие пожелания хотелось бы, может быть, напутственные речи от нашей судейской, так сказать, бригады коллеги. Чуть-чуть. Ну, чтобы они, не знаю, не боялись, да скажите, что плюшка интересна, они хотят вас слышать, потому что они вот вот. Ребята, мы ждем с нетерпением ваших выступлений. Уверена, что судьи все сейчас добрые и будут рады увидеть то, что вы нам покажете. Вы нас не подведете? Скоро узнаем. Ой, из Минска. Я помню. На то, что это было. Ножки нормально раздвинь. Ножки раздвинь. Basically, I'm really excited about the whole situation because this is the first time that I'm judging. So I just wish the best luck for everybody. Да, переводи устью. Да, в общем, сын первый раз в жюри, он очень взволнован и очень надеется, что все будет хорошо. Я отсюда все в новинку. Он раньше видел танцевальный видео только на видео. Сейчас он в жюри. Наслаждается ситуацией. Hi. Hello. That's all. This isn't the first time I've judged a dance contest, but it is the first time I've done it that's not in the West. So I've seen you all dancing in the bar downstairs, so I'm expecting some really good moves up here as well. Good luck and have a lot of fun.
Итак, я Александра, это не первый раз в жюри, но первый раз не на Западе. Он уже видел прекрасные танцы в баре и надеется, что так же хорошо все будет теперь здесь на танцполе. Прекрасные танцы в баре — это неплохо. И мы начинаем. И первый курс Лютер, его зовут, его сирейшество, прошу в центр. Вот, да, вот сюда, вот сюда оставайся, что отсюда можно и шотландская юбка, все понимаю. И поехали!
что, я думаю, как обычно, снова оценки. Первая оценка у нас за поведение в плюшке в сьюте. Развратное. За обнимай его. 14. Второе, техника танца. 51. Ого. 12 баллов. И реакция зала. Отомстите им. Отомстите зал. Он потом вас всех заобнимает тоже. 15. Молодец! Прошу прощения. Сначала мне стало интересно, где он взял мою юбку. Мне понравилось, что он отлично интерпретировал песню «У меня сексуальная жопка». Немножко излишне сексуально, я бы сказала, но отличный артистизм, отличная подача, хорошо работал с залом. Мне кажется, всем очень понравилось. Всем хорошо работал. И Сера молодец, продолжай в том же духе, мы с радостью будем следить за твоими новыми танцами. И я думаю, на следующий дэнс-контест Сера будет тоже готовиться, и думаю, что будет еще нас радовать обязательно своими секси-эс. А следующий у нас очень оригинальный персонаж, который будет выступать под интересную музыку. Рысь-морячок. Встречаем. Thank you.
Интересно, как это на английский переводится «должару»? Give some fire! Итак, поехали к оценкам. Прошу вас, первая оценка за поведение, за артистизм. 5, 5, 5, 5, 15! Вторая оценка у нас за технику танца. Спасибо. И третья финальная оценка — реакция зала. Молодец, передаю группу Белочки. Группу, говорю, микрофон. Отыграно замечательно, персонаж просто шикарный. Мы получили кучу удовольствия, веселья. Музыка немного затянута. Я удивлена, насколько шикарно у тебя получилось продержать публику на протяжении всего танца, захватывающих аплодисментах. Это шикарно, достойно похвалы и уважения. Молодец. Ура! У нас сейчас будет небольшая пауза, буквально минуту до следующей плюшки. С ментами прекрасного радужного лиса Бенжиро. Прошу на сцену. Скромняшка такая. За технику танца, пожалуйста. Один отбал. И зал, сейчас все от вас зависит, вы уже понимаете. Молодец!
15 баллов. Передаю микрофон. Шикарный плащ. Еще мне очень понравилась твоя техника танца. Ты научил всех нас, как надо избавляться от назойливых операторов. Шикарно, я запомнил. Твой копирайт поставлю на каждый. Выбор песни замечательный. Мне понравилось, что плавные движения приходили иногда в действительно резкие эмоциональные выпады. Очень хорошо, хорошо сработали, мне очень понравилось. Продолжай в том же духе. Спасибо. Благодарю. Тебе большое спасибо. Прошу, отдыхай. И мы встречаем следующий наш рогатый участник, олень Ай! Прошу! Также высший балл, 15.
И третья оценка – реакция зала. Молодец. Передаю микрофон Белочке. Просто шикарной техникой, подачей, работа с залом, это эти акценты, ты наверняка умеешь работать своим сердечком на нужном месте. Я думаю, тебе нужно вместе с тизером эту песню танцевать. Как вы на это смотрите? Yeah, when your antlers fell off, I was like, uh-oh. But when you, like, chucked the other ones off right after that, that was really cool. we have a saying in Scotland, and it pretty much goes, that was quality. That was pure quality. Uh-oh. Yeah, it was uh-oh. And sorry. You can switch from one to another so quickly. Wifey! We'll be right back.
Записаны. Ты молодец. Лично от тебя спасибо, это было очень круто. Тигр Мисс под серьезную композицию.
I'm rolling, baby. You know what time it is. Итак, я думаю, переходим к оценкам. Прошу первую оценку за артистизм. Ты походу выиграл, уже у тебя высшие баллы. 4-4-4. У меня хорошая оценка. 12 баллов. Вторая оценка — техника танца. Really hard to judge. Yeah. Записано 13 баллов. И аудитория что нам скажет? Молодец, заслуженно передаю микрофон. Нет, ну я, конечно, я так рад. Ты тоже молодец. Шикарная энергетика, столько эмоций. Я представляю, сколько сил ты только что сжёг, сколько калорий. Кажется, даже я сожгла пару калорий, только глядя на все получили кучу удовольствия. Спасибо. Участника. О, он вам понравится. Это Фиджи. We'll be right back.
Очень профессионально поставлено. Итак, оценки. Прошу вас, уважаемые жюри. Первая оценка — артистизм. 15. Вторая оценка — техника танца. Нет, не бывает такой оценки. У нас 5 максимальная, хотя... А, нет, был 61 даже. 15. И реакция зала. 51 стол.
14 баллов за технику. И реакция зала. Тише, вы уже устали, а вы еще говорите. 15. Ну, стали хлопать, я понимаю, все ездили. Передаю микрофон, девушка. Устали хлопать после двух предыдущих танцующих. Заявления о уставших лапах не принимают. Это было просто великолепно. Спасибо большое. Find them. Just because of the sanctions, come on. My room number is 509. I'll translate it. Окей. Вид, тебя ждут в комнате какой-то там, я не помню, я забыл номер. Ночью. А мы встречаем следующую, кстати, между прочим, первая девушка. Я не знаю, это существо непонятно, но оно разноцветное и очень весело. И зовут это существо Мэ!
Прошу вас оценки за технику танца. Перевожу, это я перевожу так. It's my translation. Окей, 15 баллов. И наши главные судьи за зрительный зал, прошу вас! Спасибо большое за танец. Сейчас она поймает Алекса. И мы встречаем. Черточку себе здесь поставлю. Просто тоже хочет внимания. Чудесно. Хорошо. Ты участвуешь? Как же так? Не-не-не, так не работает. Тебе придется нас развлекать для этого. Музыку включайте! Музыку включайте! Музыку! Мало, продолжай! Поворачивалась к нам спиной. Я думала, я вижу зеркало, потому что вот эта улыбающаяся мина была вот как в ту сторону, так и обратно. Чудесная техника, шикарная подача и эмоциональная отдача. Вот мы в первых рядах, вы бы оценили тоже, если бы сидели пониже. Это было великолепно. Спасибо. Собаку! Веселую! Позитивную! И зовут милота какая!
Прошу вас, оценки за артистизм. Мэджик, 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 мэджик. 5. 4. 4. 13 баллов артистизм. Попроси еще. Бэк, бэк, бэк. Give her a kiss. Окей, файн. 14. Подкупила судью. Мы принимаем переоценки. 15 баллов артистизм. Ну, настоящая собака, ну что, они всегда так делают. Покормите меня. Ел полсона, ты чего хочу? Прошу вас, техника танца. Пять. 15 баллов, высшая оценка. И реакция зала. Микрофон Белочке. Все собаки уже сказали гав, я скажу ко мне. Как все собаки скажут гав? Отличная идея, отличная подача и шейки у вас. На высоте. Спасибо. У меня теперь есть микрофон. Можно присоединить еще дополнительные баллы, нет? Это уже и так вышибал. Молодец, у нас сейчас будет небольшая пауза, буквально минуту-полторы. Нажимаем вообще.
Нет, вроде полный. Коля, твои аплодисменты! Настоящая постановка, я бы сказал. Прям театральное действие и танец. Спасибо большое, здорово. Итак, прошу оценки за артистизм. Ну, здесь было легко, правда. 13. За использование реквизита в виде собаки какая оценка? Нет. Я пошутил. Пошутил про нет? Использование реквизита нужно присудить? Ну давайте просто так... Давайте, баллы за реквизит. Ну, в принципе, да, неплохо, между прочим, но и первая оценка у нас за реквизит. За это не судили. Итак, вторая оценка, техника танца. Надо. Нет, ну так нельзя, давить на судьи нельзя. Нет, нечестно. Сейчас она ему скормит пятерку. Нет, не скормила. Замерли. Спасибо. Да, дай петь, дай лапу. Молодец. Ты его озвучиваешь? Да. И хорошо, да, правда? То есть ты мне ничего плохого не сделаешь, да? Химера? Может быть? Хорошо. Итак, реакция зала. Высший балл зарабатывает химера и реквизит. Передаю микрофон. Это было настолько шикарно, что у меня сейчас нет слов, чтобы описать. Отличная подборка музыки, хорошая проработка, хорошая attitude, поведение. Все было круто. What do you say, guys? Guys. She is pretty sexy. Very sexy. Your ball. Both of them. Yeah. Both of them. Вы оба хороши. Спасибо вам. Я бы сказал, что у меня аплодисменты и овации. Аплодисменты. А еще аплодисменты. И еще аплодисменты. Они будут вдвоем. Прошу музыку, это сюда мы! Woo!
Нет, знаете что? Я вот... Мне надоело комментировать. Мне надоело говорить классно, обалденно, здорово, замечательно. Все, меня тоже откачивать надо. Сезавори, браво! Да, 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 оценки, пожалуйста, за артистизм. Техника танца, пожалуйста! Если я правильно посчитал. Я правильно посчитал? 13? Ну там 8? Нет? Что? Он меня сейчас убьет. Я... Спасите меня, пожалуйста. Они на меня нападают. У вас сейчас не будет ведущего. А, я хороший? Ну, отлично, ладно. Ну, зрительный зал, прошу вас! Они все еще аплодируют, 15! Выше вам! Молодцы! 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 Потрясающе! А? Я думал, ты что-то еще сказать. Я помню про... Я про микрофон сейчас помню. Эмоционально, ярко, динамично, атмосферно. И, ну, для галочки мы не поддерживаем насилие. Короче, что я понял? Ну, вот все остальное. Мне надо быть сексуальной шлюхой. Ну и, конечно, они такие очаровательные. Я не могу их передрастивать. У меня глотки не хватает. Я каждый раз не понимаю, они хотят меня обнять или съесть? Сначала обнять. Да, еду нужно сначала очистить перед... Итак, прошу вас, ваши оценки за артистизм. Просто
если в обратном порядке, то это уже некрофилия. 15! Ваши оценки за технику танца. 12. И зрительный зал. Окей, Ваня. 15. Молодец. Я погладь, как он убежал. Ну куда ты? Ладно. Не будем ловить насильно эту прекрасную цветную, такую радужную плюшку веселую. Я сейчас передам микрофон Белочке. Сразу скажу, это было наше на сегодня крайнее выступление. Что всегда вызывает во мне восхищение, это умение из бага делать фичи. Этот артистизм, мне понравилась энергия, мне понравилось, с каким задором они... посетили. И, конечно же, краткость и страх таланта. У нас уже есть результаты. Вы хотите их услышать? Да! Ребятки, вы молодцы. Спасибо вам огромное всем. Мы получили большущее удовольствие. И ваши аплодисменты этому подтверждение. Итак, по результатам оценок вас, вашей поддержки, наших замечательных, просто прекрасных судей, финал завтра, он будет во время дискотеки, выходят Ай, Фиджет, Баст, Эмбер, Химера. Спасибо за свободу и душу. И отдельные, и самые громкие аплодисменты. Белочка, Зур, Фоксану! Они друг другу поставят 5 баллов! Что-то хотите сказать? I think Valorska already said it in Russian, but I'll say it in English. Well done, and thank you to all the fursuiters that danced. You guys were awesome, and well done to the audience as well. Come on. Напомню, что еще одно прекрасное мероприятие сейчас будет в комнате, точнее уже идет в комнате номер 5, Jam Session. Вот в лозе он его ведет, вот он будет всех вас ждать в комнате номер 5, правильно? Лапать будут. Всем спасибо, с вами лапать были будут, наши Бог Самой, Бзур, Белочка и Гэбриэл. Спасибо, до завтра!